Накануне трое подростков 2004, 2005 и 2006 годов рождения были госпитализированы в больницу с отравлением. По версии следствия, вечером 7 июня они приняли лекарства. В тот же вечер они были госпитализированы в реанимационное отделение областной больницы номер 3 города Тобольска, где по настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время следствием опрашиваются очевидцы, родные и близкие подростков. Тщательным образом выясняются все обстоятельства произошедшего. С целью установления степени тяжести вреда здоровью назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.